28-летняя вице-президент Локо-банка Кристина Байкова выпала из окна своей квартиры на 11 этаже в Москве и погибла на месте от полученных травм. Трагедия случилась в высотном доме на Ходынском бульваре на севере Москвы. В квартире в момент гибели Кристины Байковой находился ее 34-летний знакомый мужчина. Предварительно установлено, что вечером накануне трагедии Байкова позвонила своему 34-летнему знакомому мужчине и пригласила его в гости на выходные. Около 3 часов ночи молодая женщина выпала из окна. Тело погибшей нашли у подъезда дома, в котором она проживала. Об этом 29 июня сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на собственный источник. Находившийся в квартире 34-летний мужчина стал очевидцем трагедии. Молодая женщина сорвалась вниз на глазах своего гостя. По словам мужчины, они выпивали алкоголь, в какой-то момент Кристина вышла на парапет и упала с высоты 11 этажа. Об этом сообщает база. Расследованием смерти Кристины Байковой занимается Главное следственное управление СКР по городу Москва. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 28-летняя Кристина Байкова являлась вице-президентом компании «Локо-банк» и возглавляла департамент по работе с корпоративными клиентами.